Сегодня в нашей школе проходит семинар замдиректоров по гражданско-патриотическому воспитанию. Тема нашего семинара – «Дни воинской славы в системе гражданско-патриотического воспитания». Это направление одно из ведущих сейчас в воспитании школьников. Процесс воспитания школьников всегда должен быть ориентирован на уровень развития и возрастные особенности детей. Выделяют три основных периода школьного возраста, каждый из которых требует особого подхода со стороны учителей и родителей. Это младший школьный возраст, средний школьный возраст и старший школьный возраст. Для патриотического воспитания подрастающего нашего поколения, потому что без любви к родине, я считаю, как жить в государстве, не любя свою родину? Ученики охотно принимают участие в таких мероприятиях? Я считаю, что да. Потому что, вы знаете, такая отдача иной раз идет от класса, особенно когда мы говорим о теме Великой Отечественной войны. У некоторых детей даже слезы в глазах. На сегодняшнем мероприятии, которое запланировано управлением образования, я думаю, состоялось. Естественно, здесь было показано все то, что можно в процессе обучения школьников в школе, можно добиваться определенных успехов. Соответственно, в этом и проявляется, ввиду того, что в данный момент очень мало-мало уделяют патриотическому воспитанию молодежи, сейчас бы привлечь как можно больше школ, больше классов организовывать, чтобы непосредственно занимались военной патриотикой и готовили подрастающее поколение для службы, обучения в учебных заведениях и готовить достойных защитников нашей Родины.